Привет всем! В этом видео я вам расскажу о криптовалюте, как и обещал, каких основных принципов я придерживаюсь, когда покупаю, когда продаю, на что обращаю внимание, где я храню криптовалюту. Обо всем вам я буду рассказывать и хочу рассказать довольно-таки простым языком, потому что вот некоторые люди мне делают замечание, то, что я не рассказываю там правильным языком. Я специально рассказываю по-простому, специально рассказываю, чтобы всем было понятно. И в этом видео я хочу затронуть три основных криптовалюты. Это биткоин, лайткоин и эфир. Что вообще такое криптовалюта? Народ, есть такой классный сайт, как Google. Вот заходите, все смотрите, если вы хотите в этом разбираться. Итак, погнали. Смотрите, что у нас здесь? Здесь у нас биткоин. Я буду по порядку. Биткоин, лайткоин и эфир. Расскажу свою ситуацию, да? Что у меня случилось? Я купил 4 биткоина. Вот здесь, видите, это дата. Это у нас свечной график, свечи по одному дню. Вот здесь, вот на этой отметке, я купил 4 биткоина, когда он стоил 2000 долларов. Где-то вот здесь, да? Когда он стоил 2000 долларов, я купил. Дальше он рос. И когда он стоил вот здесь вот 6000 долларов, я 2 биткоина продал. То есть обезопасил свои вложения, то есть в минусе я уже быть не мог. Даже если биткоин рухнет, я все равно буду в плюсе. Это мое самое главное правило. Всегда нужно думать об обратной стороне, да, если все рухнет. Чтобы вы не оказались в минусе, нужно часть денег сохранить. Так же, как и в бинарных опционах. Завели депозит, наторговали, вывели и на остальные средства торгуете. То есть вы уже не рискуете тем, что вы потеряете все средства. Дальше, смотрите, на 6000 я продал. 2, он рос. Потом начал опять падать. И вот я увидел, что в этом уровне посчитал нужным еще прикупить один. И вот здесь за 6000 долларов я еще один прикупил. И сейчас, да, спустя вот сколько здесь можно посчитать, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, да, где-то спустя месяц, одна свеча по одному дню, да, спустя месяц он вырос до отметки в 16 тысяч долларов. То есть мои вложения, вложил я в биткоин 10 тысяч долларов, и сейчас мои вложения выросли в 4 раза 49 500. То есть 40 тысяч баксов я заработал просто так на ровном месте. Это для тех людей, кто говорит, что невозможно на рынке зарабатывать. Возможно на рынке заработать. Если вы думаете, что на рынке невозможно заработать, я вам уже говорил, вы будете правы. Потому что вы не заработаете. Если вы в это не верите, вы не заработаете. Я верил, что на это можно зарабатывать, я заработал. Думайте, как хотите, это ваше право, ваше мнение. Также было такое мнение, вот люди говорят, а что будет, когда рухнет рынок? Что будет, когда все упадет? Что ты тогда будешь делать? Народ, если рухнет рынок, вот для объяснять для таких людей специально, если рухнет рынок, рухнет все, рухнет мировая экономика, и ваши деньги, ваши бумажки, рубли, они обесценятся. То есть, если вы думаете, что я вот здесь вот работаю, у меня какая-то опасность, да, если я работаю на рынке, а вы работаете на обычном заводе, и у вас все там хорошо, у вас там будет еще хуже. Если рухнет рынок, рухнет полностью все. Если вы работаете на заводе, полностью не будет никаких заказов. Все рухнет. Вам никто не будет выдавать зарплату. Вы думаете, вот это вот стабильность? И, во-первых, рынок не может рухнуть, потому что торговля была и будет всегда. Торговали люди и будут торговать в любые века, в любые времена. Торговля есть, не знаю, чем, апельсинами люди торгуют, кофе люди торгуют, есть графики, чем еще там, нефтью люди торгуют, золотом люди, серебром, да всем, всем люди торгуют, так что валюта, то есть торговля будет всегда. Так что, пожалуйста, не задавайте такие глупые вопросы. Так, и самое главное правило, еще раз я его повторю, которого я придерживаюсь, всегда нужно выводить ту часть денег, которую вы вложили. Вот вы заснули, проснулись, рынок вырос в 2-3 раза, вы стали миллионером, да? Но заснули, проснулись, а рынок упал в 10 раз, и вы потеряли все свои деньги. Всегда, когда рынок растет, выводите вложенные деньги. Я теперь вывел, и пусть сейчас хоть биткоин рухнет там до нуля, да, полностью все упадет, вся криптовалюта рухнет, я не потеряю свои деньги. Я, наоборот, буду в плюсе.
То есть и сейчас, да, я инвестирую в долгосрочную перспективу, я инвестирую. То есть я сейчас сплю абсолютно спокойно. И что бы сейчас ни произошло, даже если рынок рухнет, я все равно буду спать спокойно. Я не переживаю из-за каких-то скачков, не вскакиваю с постели и смотрю, ну что там, как себя рынок ведет. Потому что я инвестирую, давайте, на 3 года, да, на 5. Вот, я в долгосрочную перспективу инвестирую, и мне как-то по барабану. И плюс, даже если все рухнет, я свои деньги не потеряю. И вот тогда можно только так зарабатывать. Также, каких еще основных принципов я придерживаюсь при покупке? Это все очень просто и все элементарно, не нужно ничего сложного придумывать. Я всегда покупаю криптовалюту, когда она начинает падать. Всегда покупаю на понижение. Вот видите, здесь успел и отлично купил. Ну, где-то вот здесь. Так же, как в трейдинге. Дождался, когда будет разворот, и только тогда начал покупать. А продаю я только тогда, когда она повышается. То есть, ни в коем случае я не продаю, если она падает. Если она падает, я покупаю. А продаю, если она растет. Вот, она сюда вот выросла, да, и я продал. Так что вот так вот. 40 тысяч долларов буквально за сколько? Какой здесь был период, да? 7 месяц. 7, 12, да? За сколько? За 5? Можно сказать, да, за полгода, потому что я еще раньше покупал. Вот так вот выросли мои инвестиции. Переходим дальше. Переходим к лайткоину. Вот у нас лайткоин. Раньше я еще купил лайткоин. Вот здесь вот я его купил. Видите, за 36 долларов. 36 долларов. Я не помню, сколько я его купил. Сейчас у меня 150 лайткоинов. 150 лайткоинов. Я здесь купил, может, их штук 20 и потом больше не покупал. Вот купил его и забил. Дальше он рос, рос, видите, рос. И потом пошел вот такой вот рост. Была вот просадка. И на этой просадке я докупил остальные лайткоины по 70 долларов. И сейчас смотрите, что произошло. Буквально за 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Буквально за 13 дней, да, ну, грубо говоря, за полмесяца он вырос в 3 раза. Был 70, стал, вот видите, 240 сейчас лайткоин. Вложил я, грубо говоря, если брать по 70, да, 10 тоже, 10 тысяч долларов. И сейчас у меня 35 тысяч долларов. То есть 25 тысяч долларов чистой прибыли я заработал за 1, 2, 3, 4, за полмесяца, да? Вот такая вот, народ, ситуация. Что я хочу сказать? Также я свои деньги вывел, 10 тысяч долларов я свои вывел. И теперь я могу спать спокойно. Ладно, переходим дальше, переходим к эфиру. Так, вот так вот. Видите, что у нас здесь? Здесь у нас уровень поддержки идет. Уровни есть везде, на минутке. Как мы работаем на бинарках? Мы работаем на минутке. На минутке мы работаем и забираем прибыль за сколько там? За 5-10 минут мы зарабатываем деньги. Здесь все то же самое, только здесь свечи по одному дню. Здесь мы забираем прибыль за месяц, за 2 месяца. Суть работы та же самая. Кто-то что-то не верит, что невозможно зарабатывать. Как хотите, так и думайте. Я вот вам показываю все на своем примере. Вот, я здесь купил два эфира, я купил, когда он стоил 270 долларов. Не здесь, а где-то вот здесь вот купил, когда он падал. Вот за 300, да, или 270, не помню. Я тогда купил два и тоже на него забил. И потом, я когда увидел, начался рост. Теперь вот начался рост, потом он просел, потом опять начался рост. Я уже увидел наш коридор. Вот, видите, коридор. Видите, все-таки были тени, да, было пробитие коридора. Но потом, когда цена опустилась, вот, я еще докупил 12 штук. Сейчас у меня 14 единиц эфира получается. И вот сейчас с 400 он вырос до 510 долларов. То есть на 100 долларов он вырос, и мои вложения, я вложил, получается, 5000 долларов, да, 5000 превратились в 7200, в 7500. То есть 2000 долларов заработал буквально за 1, 2, 3, 4, 5, за 5-6 дней, за неделю заработал 2000 долларов, просто купил. Видите, это основы рынка. Здесь произошел пробой, возможно, опять будет откат. Возможно, если вот будет откат сюда, я опять буду брать. Но сейчас я уже криптовалюту покупать как бы не буду. Лайткоин я не буду покупать на таком огромном значении, это по-любому.
биткоин по 16 тысяч долларов я тоже не буду покупать. Сейчас я буду только ждать, когда цена будет расти. Какие мои вообще прогнозы? Мои прогнозы в том, что биткоин и будет дальше расти. Знаете, некоторые говорят, что вот он будет падать, что он там лопнет. Некоторые говорят, что он наоборот будет увеличиваться. То есть я верю в то, что он будет увеличиваться. То есть правы могут быть абсолютно все. Но сейчас сложность добычи биткоина с каждым разом становится все сложнее и сложнее. А чем сложнее достать какой-то товар, какую-то единицу, она всегда будет подниматься в цене, она всегда будет стоить дороже. Вот такого вот банального, да, принципа я придерживаюсь. Но я думаю, все сработает, и в скором времени, да, прогноз на 2018 год, он будет стоить в 2018 году где-то за 50 тысяч долларов, один биткоин. Вот такие вот мои прогнозы. Но, конечно же, он может упасть и стоить там, не знаю, 10 тысяч долларов. Все может быть. Но я надеюсь на то, что он будет стоить в 2018 году 50 тысяч долларов. И мои 3 биткоина превратятся в 150 тысяч долларов. Я, наверное, тогда опять выведу часть. Наверное, один биток, может быть, выведу. А два, пусть остальных растут дальше. По поводу лайткоина такая же ситуация. Я думаю, вот тоже он просядет и потом дальше начнет рост. По поводу эфира, я тоже думаю, он в 2018 году может быть 1000 долларов. А по поводу лайткоина в 2018 году он тоже может быть долларов 500-700. Вот такие вот мои прогнозы. И эфир тоже где-то до 1000. 100% будет он 1000 долларов. Вот такие вот мои прогнозы. Так что думайте сами, инвестировать вам или не инвестировать. И сейчас я вам покажу, где я храню биткоины и как я покупаю. Итак, начну с того, как я покупаю криптовалюту, как я покупаю биткоин, лайткоин, эфир. Пользуюсь я платежной системой ePayments, и мне очень просто, потому что, смотрите, вот, я могу перевести деньги в криптовалюту, то есть могу купить, очень просто могу купить криптовалюту, также могу очень просто вывести, опять же, на ePayments, то есть и у меня никаких проблем нету. Смотрите, вот, нажимаю. Дальше здесь у меня, видите, счет, и здесь смотрите, вот биткоин, биткоин кэш даже уже ввели, эфир и лайткоин. Я беру адрес, беру отдаваемую сумму, например, там, хочу отдать 100 долларов. И на 100 долларов я могу купить там 0,005 биткоинов, да. Вот минимальная сумма, да, могу купить, это евро у нас, да, на 50 евро. То есть те, кто задавал вопрос, можно ли купить там на 100 долларов, на 200, конечно же можно. Не обязательно покупать весь биткоин или один лайткоин. Давайте вот лайткоин выберем. Можно купить тоже на 50 евро лайткоина. Получаете вы 0,2 лайткоина. Вот такая вот ситуация. Те, у кого нету вот платежной системы ePayments, я советую, конечно же, платежную систему ePayments завести. Но когда у меня не было, когда я не пользовался ePayments, я делал это все по-другому. Смотрите, есть у нас вот такой вот замечательный сайт BestChange.ru, мониторинг обменников. И смотрите, что у вас есть. У вас есть Сбербанк, да? Деньги на карточке Сбербанк, и вы хотите купить биткоин. Выбираете, вот, отдаете вы Сбербанк, получаете, выбираем биткоин, биткоин. Вот, выбираете вот этот первый или второй или третий, то есть чем выше, тем лучше курс. Выбрали обменник, да? Называется YoCoins, видите, безопасное соединение. И здесь все просто. Отдаете вы, например, 50 тысяч рублей, получаете, или сколько здесь? Получаете вот 0,045 биткоина. То есть минималка, походу, здесь у них 50 тысяч. Давайте другой возьмем обменник. Биточек. То есть все обменники, которые на этом сайте, это отличные обменники. Итак, смотрите. Вот здесь минималка 200. Вот отдаете вы сколько там рублей? Вот 20 тысяч рублей или отдаете 30 тысяч рублей? Вот. И получаете 0,02 биткоина. Вот и все. Вот так вот я в свое время покупал криптовалюту. Также вы можете с криптовалюты обратно вывести эти деньги. Вот и все. Через обменник. Только наоборот, да? Вы хотите отдать биткоин и получить... Где здесь стрелочка? Наоборот, чтобы показать все подробно. Вот, вы хотите отдать биткоин. Где он здесь у нас? Отдать биткоин и получить Сбербанк, да? И получить рубли.
и получаете вы рубли на свой Сбербанк. То есть не бойтесь пользоваться вот этими вот обменниками. Вот отдаете 30 тысяч биткоинам, получаете вот такие вот бабки. То есть не бойтесь пользоваться этими обменниками, потому что если они на вот этом вот сайте BestChange.ru, они всегда работают, они всегда вам переведут деньги. За все время работы с этими обменниками, я уже работаю где-то, работал с ними, сейчас уже почти не работаю, где-то 3 или 4 года, да, еще когда я начинал с Ютубом там работать, с хайпами. Еще ни один обменник меня не кинул, так что вообще на этот счет не переживайте. Итак, где же я храню свои биткоины и лайткоины? Давайте по порядку. Биткоины. Биткоины я храню на вот этом вот сайте. Сайт называется Blockchain Info, это кошелек. Здесь я храню, видите, эфир. Вот. $5000 в эфире и $22000 у меня в биткоине. И биткоин. 1,3 у меня здесь биткоина. И 9 у меня эфира. И остальные биткоины у меня на WebMoney. В WebMoney тоже ввели биткоины. И я храню вот там вот свои биткоины. Почему я не храню все на одном кошельке? Потому что, еще раз я вам говорил, не кладите яйца в одну корзину. Всегда нужно обезопасить себя. В WebMoney я вообще доверяю, потому что WebMoney работает с какого там, с 99 года, я доверяю абсолютно WebMoney, так что могу хранить там 2 биткоина и 1,3, там немного меньше у меня, 1,5 и здесь 1,3, то есть вместе где-то у меня 2,9, где-то так получается, почти 3 биткоина, да, вот я храню на вот этом вот сайте. И эфир я еще на одном кошельке храню, там храню я 3 эфира и еще 9 у меня получается здесь, или 4 там, я уже точно не помню. Где я храню лайткоины? Сейчас я показать вам этого не могу, я их храню на кошельке. Я скачал кошелек и установил его на свой MacBook. Сейчас я записываю видео не с Мака. Также можно скачать такой же кошелек биткоиновский, но биткоиновский кошелек весит 100 гигабайт. То есть я не могу его установить, нужно отдельный комп для этого брать, чтобы там хранить биткоин. Так что я биткоины храню на WebMoney и на вот этом вот кошельке. А лайткоиновский кошелек весит 8 гигабайт, так что я его установил на Mac и храню там свои биткоины. Вот в принципе и все, всем этим очень легко пользоваться. Вот берете, что вы хотите получить, биткоин, да, чтобы сюда перевести биткоин, берите получить. Вот адрес биткоина, берете там его, копируете, переходите там в ePayments, выбираете биткоин, вставляете кошелек. Все, и на этот адрес вам переведутся деньги там в течение 10-15 минут. Все очень просто. Также наоборот, перевод на ePayments также. Вы берете получить какие-то, берете кошелек. Короче, все это просто очень делается. Если кто хочет вот в этой теме разбираться, пожалуйста, смотрите Google, смотрите YouTube. Вот я, например, не знал, как установить лайткоин кошелек. Я беру, пишу в YouTube, как установить лайткоин кошелек. Взял, написал, получил инфу, взял, установил. Как там зарегистрироваться на сайте блокчейн? Написал, выдалась информация, я взял, зарегистрировался. Все очень просто, везде сейчас есть видео, так что в этом разбираться очень-очень просто. Кто хочет, можете гуглить информацию, сидеть на сайтах, на каких-то форумах и в этом разбираться, в этом вариться, если кто хочет в этом зарабатывать. Так что не нужно думать, что это развод, что на этом невозможно заработать. Люди, у которых на этом не получается заработать, которые слили свои деньги на бинарках или еще где-то там потеряли, будут вам твердить, что это развод. Они всегда будут это делать, потому что у них это не получилось. И будут говорить, что не получится у вас. Почему вы должны их слушать? Я вот говорю, что у меня все получается. Вот берите пример с меня. То есть есть много людей, которые говорят, ну их, конечно же, большинство, которые говорят, что это развод, потому что они не хотят в этом разбираться. Они думают, что вот так вот все просто. Да, нужно в этом подразобраться немного. Нужно почитать, погуглить информацию, порисковать какими-то вложениями, да? Не без этого. Потому что вот большие деньги просто так все-таки не зарабатываются. Но, видите, все-таки можно заработать. Я вот сегодня проснулся, да, и стал богат на $2000. Просто. Просто проснулся, и за каких-то там 5 часов, пока я спал, вырос курс, и вот мои вложения выросли, да. И не обязательно ходить мне на завод. Вот такая вот ситуация. Но, конечно же, я мог проснуться, и курс бы упал, и я потерял бы деньги. Но все равно в долгосрочной перспективе я всегда буду в плюсе, я это знаю. Так что всегда работает то, во что вы верите. Всегда будет работать то, во что вы верите. Если вы во что-то не верите, оно не будет работать. Кто бы вам ни говорил, оно не будет работать. Если вы этого сами не захотите, вы в этом не добьетесь успеха. Есть такое еще классное высказывание, да, по поводу неудачи. Вот один человек задавал вопрос.
Я не помню, кто сказал это высказывание. Один человек задавал вопрос, вот как мне сделать, чтобы добиться успеха в два раза? Вот в два раза или в три раза я хочу вот добиться успеха. Что мне сделать? И знаете, что вам сделать? Вам нужно в два раза увеличить ставку на поражение. В два раза просто увеличите ставку на поражение. То есть будьте готовы к тому, что вы потеряете, в два раза больше будьте к этому готовы. Вот такая вот ситуация. Надеюсь, вы для себя основные моменты вынесли, немного в этом подразобрались. Задавайте вопросы свои в комментарии. Если хотите, чтобы я рассказал о других криптовалютах, у меня есть вложения не только в этих криптовалютах, это мои основные криптовалюты. Также у меня есть, я много инвестировал в другие криптовалюты. Если вот вам будет интересна эта тема, как я инвестирую, куда я даю прогнозы, можете инвестировать за мной. То есть можете тоже покупать так же, как и покупаю я. Вот если вы считаете, что я это вот правильно делаю. Так что пишите в комментариях свои вопросы, я буду смотреть, что вам интересно, на что нужно сделать обзор. Так что, народ, подпишитесь сейчас на мой канал, сейчас зайдите и подпишитесь. Также подпишитесь на мой инстаграм, потому что вся самая свежая информация у меня в инстаграме. Ставьте лайки этому видео. Спасибо вам большое за просмотр, спасибо вам большое за поддержку. Удачной всем торговли, всем пока.